Всем привет, с вами Кучерявый Злодей. Мы находимся на турнире M1 Challenge 51, который проходит в городе Колпино. Для города Колпино это огромный рывок в развитии смешанных боевых единоборств. Пообщаемся с организаторами, с бойцами и тренерами. Поехали! Что такое боль и как ее терпеть? Сможешь застанить спиной того, кто дорог тебе? Здесь это не понаслышке знают и знали давно. Это Колпино, здесь было все и не как в кино. Город воинской славы, наши земляки держали оборону столько всему вопреки. Эта закалка сохранилась и в наших бойцах. Раунды бегут и вера крепнет, проверяй сам. Ну и конечно без упорства тут нечего ждать. И это же спорт, а не игра, лежа на кровати. Здесь люди на грани пашут, добра не ждут. Вобрав в себя опыт от старших, выбрав маршрут. Только на первые места мировых пьедесталов, почти живя перед боями в спортивных залах. Здесь не играет спорт, хоть здесь и важен рейтинг. Fight Spirit не бросает удары на ветер. Fight Spirit! Fight Spirit! Fight Spirit! Стоит, не побоюсь этого слова, легендарный тренер российского ММА и отец самого известного сейчас российского бойца Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов. И слева от меня стоит его ученик, тоже уже не менее известный, Ислам Махачев. Рядом со мной стоит герой сегодняшнего вечера Вячеслав Василевский и новый чемпион М1 в среднем весе. Он же, да? Он же, да. Все еще о нем. Уже давно было пора создать постоянную рубрику «Минута с Михаилом Малютиным», с нашим постоянным гостем. Миша, привет. Привет. Создавайте. Хорошо. Ну, к этому идем. Да. Человек, без которого сегодняшнее событие не состоялось, Виктор Данишевский, директор клуба Fight Spirit. Рядом со мной стоит матчмейкер М1 Станислав Харламов и, по моему мнению, лучший ММА-журналист России. Стас, привет. Спасибо. Спасибо за такой лестный отзыв. Первое, что хочу сказать, это поздравить вас с победой. Спасибо большое. Сегодняшняя тема нашей передачи – это сборы бойцов и восстановление после боя. Расскажите, пожалуйста, как проходили летние сборы в вашем лагере? Первые сборы подготовки Ислама Махачева, они были в Махачкале и наши СК Базарганова, спортивный клуб имени Базарганова, где создаются нам очень хорошие условия. А последний этап подготовки Fight Spirit здесь, потому что нужна акклиматизация. Это все-таки для нас, для южного региона, это северный город. Поэтому приехали сюда, подготовились, на хорошем уровне вышли. Я доволен выступлением и тактическим выполнением плана. Ну, летние сборы обычно я стараюсь делать акцент на физическую подготовку, много бегаю. Вот в этом году очень интересно делали бег в горы с отягощениями, то есть привязывали канат, дальше там гирю и забегали в горы. То есть очень такое, наверное, это, наверное, самое тяжелое упражнение, когда я когда-либо делал. Замечательно прошла подготовка, очень много людей помогало, было сконцентрировано на этом бой. И я по первому там зову все приходили и делали все необходимое для этого боя. То есть я без травм подошел к бою, в отличном расположении духа, то есть все было хорошо.
вот, за исключением самого боя. Ну, у нас сборы, они уже традиционные, каждое лето у нас приезжают как спортсмены наши, наши команды, приезжает наш инструктор по бразильскому джиу-джитсу, Корнел Западко, черный пояс из Польши. Он сегодня был в углу у Селецкого. Да, он сегодня секундировал Славу, и да, он работает в партере с ним. Вот, и да, все просто, пашут как умалишенные, ходят в баню по субботам, по средам, массаж, спортпитание, и все. Это только Россия, просто я видел несколько видео, что, например, Вячеслав Селевский, он был в Таиланде. Да, мы ездили в Таиланд, зимние сборы были в Таиланде, да. Там климат очень хороший, там у нас дружеские отношения с залом Тайгером, да, ММА. Вот, и у нас Роджер Хуэрта, он приглашает нас постоянно, вот. И мы ездим к ним, проходим сборы, там очень много спарринг-партнеров. Расскажите про восстановление после боя. Ну вот сейчас, после этого нагрузки, которую мы дали и так далее, сейчас, конечно, нужен 2-3 дня отдых, нужно попариться, отдохнуть, поспать. Значит, он же гонял вес, приличный вес, 7-8 килограмм. Это все-таки влияет, для восстановления нужно хотя бы 2-3 недели. Ну, щадящий режим, такое плавание, бег, значит, активным отдыхом вместе, вот таким методом останавливаем. Ну, никогда не останавливаемся без техники. Мне кажется, то, что вот это все, это не так страшно. Главное психологически восстановиться, то есть отдохнуть, возможно, переключиться, пожить обычной жизнью, там, недельку-другую, вот, там, вне спорта. Вот, и все, чтобы соскучиться, чтобы опять захотеть готовиться дальше. После боя я не отдыхал. Я продолжил тренироваться, помогал ребятам вот готовиться, которые... То есть восстановления никакого не было? Не было, не было. Было. Я участвовал на турнире по кроссфиту на чемпионате Санкт-Петербурга. Вот. Довольно-таки неплохо. 13 команд там было, я занял 6-е место. Это хороший результат, с условием того, что я и мой напарник, мы были самые легкие. Мой напарник был 82 килограмма, он был самый легкий там. То есть меня там не должно было быть, и меня даже не видно было. Ребята все мощные, сильные. Вот. Ну, хорошо выступил. И потом приехал, помогал вот ребятам готовиться к этому турниру. После такого боя, как у Славы с Рамазаном, им понадобится просто покой, просто отдых. И, наверное, тут другого нет. Как бы, ну и какие-то там общие витамины там, для восстановления сил. Потому что, мне кажется, они выложились просто на 1000%. И это, можно сказать, там за пределом физических возможностей. Потому что 4 раунда в таком темпе, ну, это очень сильно. Еще один вопрос. Как привлекать молодежь и детей в наш спорт и вообще в спорт? Я думаю, лучший способ – это показывать своим примером, вести здоровый образ жизни и показывать своим примером молодежи, что так правильно и так должно быть. Ну, я думаю, сейчас очень на хорошем уровне. Значит, вот ребята сейчас дают потихоньку результат и в зарубежных промоушенах, и в UFC, и в Беллаторе. М1 очень хорошо проводит турниры. Интерес молодежи, детей к этому есть. В залах очень много детей. Значит, будущее за детьми, за нашу молодежь и так далее. Вот это очень важно. Вот как их воспитывать? Мне кажется, нужно уже вовлекать хороших тренеров, создавать им условия. Значит, вывозить их на разные промоушены, когда человек... Уже 11-0 у Ислама. Я считаю, ему пора уже выступить за границу. У него чемпионат мира в ноябре. После этого мы уже будем думать, как уже в UFC выступить. Главная наша цель – это UFC. Ну, конечно, будем очень благодарны и будем, значит, помогать для подрастающего поколения Fight Spirit здесь, именно в этом городе, потому что очень многое для этих ребят сделал этот город, совместно работая, и будем стараться для молодежи. Я думаю, это главное. Ну, я думаю, что безоговорочно вот такие турниры – это, наверное, по максимуму привлекают молодежь, по максимуму привлекают внимание людей. Именно такая еще, ну, как бы организация, шоу, вот, то, что еще трансляция по федеральному каналу. Конечно же, это сразу же интересно. Вот, и плюс Клопино такой, да, небольшой город. И, конечно же, я думаю, после даже этого турнира интерес очень сильно к нему повысится. А так, если взять лично меня, то у меня есть школа в Нижнем Новгороде, школа ММА, и я уже, как можно сказать, своими силами пытаюсь... как-то развивать наш вид, допустим, вот даже в Нижнем Новгороде, да, где живет очень много людей, и уже своим примером и примером своей школы развиваю наш вид, популяризирую его и привлекаю людей.
Ты знаешь, здесь, наверное, мы разойдемся с тобой во мнении, потому что я, например, категорически против, чтобы дети занимались ММА. Я за то, чтобы дети занимались, наверное, больше олимпийскими видами спорта. То есть, где закладывают базу, где у тебя будет хорошая база борьбы или хорошая база бокса. Вот. А ММА уже можно потом с возрастом начинать что-то добавлять. Мне кажется, все-таки, когда ты ребенка начинаешь учить всему, он, ну, все будет у него так на троечку. Вроде чуть и бьет, вроде чуть и борется. То есть у него что-то должно быть очень хорошо. Вот. Поэтому я больше сам как бы спортсмен и пропагандирующий этот вид спорта. Я его пропагандирую среди молодежи, уже старшего поколения. А среди детей я всегда его всем своим друзьям, ну, советую идти или в борьбу, или в бокс. То есть или там дзюдо, я говорю, классическая борьба, вольная борьба, там самбо спортивная. Я даже боевое стараюсь не рекомендовать, потому что там бьют. То есть там еще уже общее и удары, и броски. Нужно освоить что-то хорошо одно. Спасибо за твое мнение. Ждем твоего возвращения и знаем, что оно состоится. Вернусь, еще вернусь, сильнее вернешься. Еще сильнее. Поверьте, блин, я такой злой. Спасибо. Расскажи про сам бой. Почему не было совсем ударов ногами? Только один лоу-кик увидел в твоем исполнении. Нет, еще было два удара в голову в конце ногами. И еще один лоу-кик был. Два лоу-кика было и два удара в голову. На самом деле, ногами я никогда, в принципе, не бил. И, наверное, не славился ударами ногами, потому что ударную технику ног я, в общем-то, не изучаю и не разрабатываю. Моя коронка – это бокс и борьба, вот. Ну и как бы работа первым номером. Поэтому, тем более, когда готовлюсь к серьезному бою, к серьезному сопернику, то стараюсь ничего не выдумывать, а работать именно то, что умею. А ноги я не очень хорошо умею, поэтому особо их не применяю. Все ли получилось реализовать в бою, что хотел? Да, практически все. Единственное, хотел, наверное, может быть, работать на более чуть высоких скоростях, но почему-то как-то так не очень это получалось. Вот. А в целом все, да. Почему не получился болевой? Сам не могу понять. Вроде бы хорошо взял захват и уже думал, что 100% получится удушающая анаконда. Я его так люблю делать, в принципе, хорошо у меня получается. Взял захват, поначалу думал, что все, уже идет точно, но потом почему-то почувствовал, что не душится нифига. И еще пару слов расскажи, чего ждать от тебя в будущем. Какой следующий бой, может, уже есть какие-нибудь мысли? Ну, мне бы, как я уже сегодня говорил многим в интервью, что мне бы хотелось встречаться не только с бойцами, которые дерутся в М1, да, мне бы хотелось встречаться с бойцами там, из UFC, с бойцами из Bellator. Вот, и если организация М1 предоставит мне такую возможность, я буду очень рад этому. Mm-hmm. То есть с бойцами, допустим, из топ-10, там, с первой там, 15, из 20, mm-hmm. там, из десятки. То есть мне это будет очень интересно, потому что я не считаю, что самые сильные бойцы там, в Америке, там, в Бразилии. То есть я считаю, что мы вполне можем с ними конкурировать и их выигрывать здесь у себя на родине, вот, чтобы это видели наши зрители. Вот. Спасибо большое еще раз тебя с победой. Спасибо. Ты молодец. Это очередной турнир в Колпино, и в этот раз он еще больше высочайшего уровня, чем предыдущие. Расскажи, ради чего все это делаешь и почему не останавливаешься? Наверное, в первую очередь делаю для развития и популяризации нашего вида спорта, для горожан и вообще, в принципе, для всех любителей единоборств, чтобы люди видели, что это умный, красивый и, наверное, самый универсальный вид спорта боевого на сегодняшний день. Я помню, что в Колпино начинал все, по-моему, Леон Файт, или как называлось? Ну да, Lions Fights. Да, Lions Fights. Тогда был карт не очень красочный, можно так сказать. Не было много звезд. Любительский даже. Да, сегодня в Колпино разыгрывается пояс чемпиона. Есть приглашенные иностранные звезды. Расскажи, каким способом смог этого достичь? Ну, это уже четвертый наш турнир. И, в принципе, мы с каждым годом увеличивали как бы уровень организации, уровень оппозиции ребят. И ну, вот на сегодняшний день мы уже имеем то, что вот видим. Это уже чемпионат М1 Челлендж прошел как бы совместно с Гран-при городов Воинской Славы. Ну, мне кажется, получилось очень хорошо. Ну, глупо спрашиваю, доволен ли ты результатом? Ну, было неожиданно. Вот у нас единственное, Саша Бутенко попался на болевой. Но все остальные бои были, конечно, очень зрелищные. Я думаю, что, наверное, бой Славы с Рамазаном, я честно могу сказать, это для меня, когда меня спрашивали, кто выиграет, я говорил 50-50. При всей моей любви и уважении, и дружбе со Славой, это была загадка для меня. И они показали такой бой, оба на характере, оба на
безумном желании взять реванш, потому что у них 1-1. Да, 1-1, и они показали, наверное, лучший бой года, мне кажется. И последний вопрос, не могу не спросить, как проходит восстановление Хабиба? Хабиб уже 12 дней в Америке, значит, идет восстановление крестообразных связок и внутреннего места, где он был оперирован. Прошло где-то 45-46 дней. На этом уровне врачи говорят хорошо. Мы тоже хотим надеяться на это. Хабиб сам говорит очень хорошо. Вчера мы разговаривали, нам он пожелал удачи. Нам сейчас нужно поговорить с ним. Спасибо большое, спасибо, спасибо за вашу работу. Спасибо, спасибо огромное. Стас, вообще сегодняшняя тема нашей программы – это летние сборы и восстановление после боев. Но тебя, как человек, которого мы мало видим на экранах, я хотел бы спросить про твою работу и про то, как ты получаешь вдохновение на то, что ты пишешь. Моя работа именно как писатель, как журналист. Ну, на самом деле, я считаю, что чтобы, ну, может, это самонадеянно прозвучит, но, как говорят, чтобы хорошо писать, нужно много писать. Вот, то есть начинал я вот благодаря Илье писать 2 года назад для ММА Базара, для всех. Поначалу, как сейчас, мне кажется, получалось не очень. Сейчас, вроде бы, надеюсь, получше. Вот. А вдохновение, как, темы-то приходят, вон какой у нас индустрия интересная, то допинг, то тестостерон замещающая терапия, то судьи вон в Китае отсадят куда-нибудь. Поэтому сюжеты всегда есть, мне кажется. Пару слов про свою работу матчмейкинга. Расскажи про этот турнир, ты ли подбирал бойцов, и расскажи про следующий турнир М1, может, есть уже какие-то сенсации. Ну, дело в том, что матчмейкер, я один из двух матчмейкеров, я ответственный за всех иностранцев, за СНГ ответственный Александр Шулдяков у нас. А что касается этого турнира, то мы достаточно так спешно его организовывали. У нас там был небольшой цейтнот, поэтому подбор соперников тоже, возможно, он мог бы быть лучше, но тем не менее, по крайней мере, вот Антон Радман сегодня победил Александра Бутенко, за что нужно отдельную благодарность сказать Алексею Чернакову, который помог с подбором этого именно бойца. Ну, и также плюс, я думаю, вот сегодня видели Имеев Василевский, да, отличный бой, я считаю, один из лучших в этом году в России. А что касается следующего турнира, сначала он планируется на 3 октября, теперь уже практически 100% он будет 17 октября в Ингушетии, но на этот раз он будет не в горах, он будет на равнине, рядом со столицей Ингушетии, в Магасе, на закрытой площадке. И там достаточно интересные бои. Главным боем будет бой за вакантный титул в 66 килограммах. Турал Рагимов против Ивана Бухингера. Посмотрим, кто будет более достоин теперь у нас вот заменить ушедшего Марата Гафурова, который сейчас себя пробует за рубежом. Посмотрим. Ну, думаю, должно быть интересно. В принципе, карта обещает быть интересно. Расскажи про внедрение М1 в другие страны. Сейчас будет М1 в Китае. Расскажи, как проходят эти переговоры, участвуешь ли ты в них, ну и вообще об этом. А, ну, с самого начала, скажем, в переговорах я не участвую, в организационных вообще никак. То есть нас ставят перед фактом, вот, допустим, в Казахстане, да, там будет, или в Беларуси. Вот сейчас в Беларуси планировалось, так как 11-12 сентября будет еще любительский чемпионат мира по ММА, да, вот сейчас, через буквально 4 дня. И до последнего мы думали делать в Минске, вот так же, как мы делали, допустим, в Казахстане, 50-50, то есть финалы 12-го, а потом 5 наших боев. Но из-за финансовых проблем у местных организаторов пришлось как бы распрощаться с этими планами. И там будет только лишь чемпионат мира среди любителей. Что касается Китая, ну вот это, наверное, лучший вопрос Вадиму адресовать. Он может больше рассказать о том, как он вел переговоры, как вообще это удалось сделать. А что касается меня, я вот сейчас, надеюсь, визу сумею сделать 12 сентября и поехать туда, чуть-чуть разобраться с местным рынком, с бойцами, встретиться с менеджерами, посмотреть, как это все у нас будет работать. Потому что... Еще один вопрос про твою работу. Расскажи, как происходит твое знакомство с иностранными бойцами? Ты их где-то высматриваешь на турнирах иностранных или там списываешься по имейлу? Да. Когда как? Когда-то бывает на турнирах, когда-то списываюсь с менеджерами, с кем-то, потому что работа там, в принципе, такая, вроде кажется, несложно, да, там позвонил кому-то, кого-то вызвонил, пригласил и все. На самом деле достаточно много всяких аферистов, которые пообещают и не приедут, или что-нибудь еще. Поэтому в основном мы работаем с какими-то проверенными людьми. По каждому региону у нас есть свои такие люди, да, есть отдельный человек в Испании, отдельный человек во Франции.
Он, соответственно, уже у него своя сеть, он связывается с менеджерами каких-то интересующих нас бойцов, вызывает, мы с ними договариваемся, заключаем контракты и так далее. Вот. То есть вот такого плана происходит все. А то, что смотрю ли я другие турниры, да, и честно сказать, сейчас, вот, если выбирать, например, из турниров UFC, да, вот Fight Night, с некоторых, особенно европейских, или же европейских каких-то локальных, например, турниров там в Чехии или где-то, мне зачастую интереснее посмотреть локальные, потому что, ну, такой, скажем, профессиональный интерес, да, кого-то, может быть, там для себя взять. Еще немного провокационный вопрос. Следишь ли ты за турнирами другими питерскими? Например, Warriors Way или там IDM MMA? И общаешься ли с ребятами, которые организовывают? Ну, дело в том, что там в основном российские ребята, поэтому это больше зона ответственности Саши Шелдякова. Ну, а я слежу так, поскольку вижу результаты. Но в любом случае, я считаю, что любой турнир, любая возможность задействовать бойцов, как бы их, так скажем, трудоустроить, да, дать им возможность заработать, это здорово. Поэтому я всецело за любые турниры, чем их больше, тем лучше. Супер. Спасибо большое. Спасибо. От себя хочу сказать, читайте статьи Стаса.